Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если обожаешь лего-эксперименты. Дорогие друзья, с вами, как всегда, Юра Чентоди, и сегодня у нас новый лего-эксперимент в Брикрикс. Привет всем, господа хорошие! Да, в общем-то, короче, мы решили сделать что-то новенькое, чего еще давно не было, и поэтому мы сегодня будем прыгать на машинах с большущей, вот такой здоровенной, короче, рампой, и наша главная задача попробовать перелететь небоскребы. Получится у нас это или нет, узнаем, ну, уже сейчас. Да, с этого эксперимента, ребятки, поэтому давайте посмотрим. Так, Юра, еще кто первый? Да, я думаю, можно хоть вместе ехать, потому что будет зрелищнее, кстати, да. Ну, давай, погнали. Я, кстати, довольно-таки медленный. Я понял. Братан. Ладно. Эй, братан, тормози. Что, сначала по правой, потом по левой? Или наоборот. Господи, а что он это? Нифига ты скачешь, я вижу, как ты скачешь. А что это за фигня вообще? Оба! Нихера! Вот это да, Лантохин! То есть для этой баги не страшны два небоскреба, короче. Я же говорил, что у него подвеска очень прикольная, а я, короче, сделал себе корч. Без крыши. Так, посмотри, я еще и еду дальше. Так она не убийственная, мы же помним ее. Да. На тебе. Вот так вот. Слушай, а у тебя-то тачка покрепче будет. Ну, не считая того, что она упала на крышу. Господи, ты что там делаешь, Ладин? Ну-ка, окстись. Так, давай на исходочку. Ну, я смотрю, ты прям вообще красава прилетел-то как. Да на изи вообще просто. Давай теперь по верхней части поедем. Я, кстати, прыгал с верхней, сейчас вот с нижней полечу. Но мне кажется, что я, короче, прямо в небоскреб прилечу. Я не знаю, как ты перелетел. Что-то ты прям вообще красиво улетел, как в фильме в Голливуде. Да. Ну-ка давай-ка вот сюда. Антоха еще быстрый, господи, у меня там всего 270 км. Мопсель, ну! Ты куда на Луну улетел? Бам! Я просто улетел куда-то в другую сторону. Я, короче, прямо в здание врезался. Зато я еду дальше. А я дырку в домике сделал, я красавчик. Короче, моя машина до этого не приспособлена. Опять-таки, мы, ребята, с вами заметили ту самую фичу, когда хорошая подвеска и большие колеса лучше на рампе себя показывают, чем вот такие маленькие. Ну да. Так что сейчас мы поменяем машину и попробуем найти машину, которая еще сможет перепрыгнуть через эти два башни-близнеца. Погнали. Друзья, продолжается наш эксперимент, и давайте же посмотрим на новые тачки. У меня вот такой вот офигенский доджик, не доджик, это этот, генерал Ли, мать его. Да, кстати, неплохо смотрится, но это такая же почти машина, как у меня до этого была. А я, короче, решил взять вот такой вот прокачанный шестиколесный, короче, гелик, но это не гелик. Это какой-то лимузин, что ли? Да, типа лимузин. Кстати, он очень прочный, насколько я понял, это значит, что небоскреб можно снести нафиг. Ну, сейчас проверим, насколько он способен, и давай, разгоняйся, а то я-то буду побыстрее, наверное. Так, ну я на ручной коробке передач сразу поеду, на седьмую, потому что без вариков вообще иначе я не разгонюсь. Я говорю, побыстрее. У тебя она быстрее чуть-чуть, да. Топил. У меня, короче, максималка сотка на восьмой коробке передач, охренеть. Давай, вот так, ну, нет, сучка. Братан, я лечу, ты еще господи. Ниже упал. У меня подлагало, короче. Молоковоз какой-то, ну. Да. Блин, ну мы, короче, большую дырку можем сделать в здании, это радостно. Не, мы сделаем большую дырку, это явно, мы даже не будем восстанавливать, мы просто делаем вторую попытку сразу. У тебя от машины, господи, там ничего не осталось, такая дырень. Да, но зато она ездит еще. Так, давай-ка я первый поеду. Все, я поехал. Давай, я за тобой. Я побольше разгончика взял. Что-то странно, он быстрее газанул, прикинь. У меня скорости не хватает, чтобы прыгнуть высоко, ты понял? Я когда заезжаю на рампу, у меня рампа прыгает начинает. А сколько у тебя разгоняется? Сотка, господи, я подпрыгнул, господи, братан, врежься в меня. Давай, вот так вот. О, я тебе помог, как красиво, ты смотри. Ну, только я не долетел до здания даже. Чебонька. Господи, а что с ней произошло? О, подстрелил. Я не знаю, мать его. Я даже не прыгнул. Но я красиво тебе подставку такой сделал. Да, смотри, там есть бочка. Бочка еще, которая не взорвалась. Бочка, которая не взорвалась, я еду. Давай. У вас есть бочка, тогда я еду к вам. Я на нее прям еду, смотри. Давай. Бах! Господи, был Антоха, нет Антоха. Ой, ты, короче, типа сказал бах, а у меня взрыв произошел секунды через 2-3. Да ты че? Офигенный. Тушканчик, давай разгоняйся, ёпси. О, пошёл. Летит красиво, но скорости нет вообще. Да. Короче, надо искать быстрые машины, ребята. Ты, кстати, поджёг дом второй. Ты в курсе? Да, потому что я отлетел туда. Блин.
Что тут произошло? Вы посмотрите, ребята. Короче, эти машинки не справились. Значит, нужно что-то на высоких колесах, быстрое обязательно и более-менее маневренное. Да, сейчас проверим, ребятки. Ну что ж, ребята, еще один заезд, и теперь у нас джипики, которые, в принципе, и быстрые, и маневренные, и на хороших колесах. Что из этого получится, узнаю прямо сейчас. Слушай, мне кажется, твоя лебедка тебе помешает. Да, я сейчас тебе покажу мастер-класс. Давай, погнали уже, ёпси. Хочешь, я тебе по крышке прострелю? Эй, да не надо. Она еще быстрее с ними, смотри, едет. Смотри, погнал, все. Кстати, да. Господи, братан! Что произошло? Братан! Я почти перепрыгнул, но у меня машина подпрыгнула нехорошо. Я почти перепрыгнул, влетел в первое здание. Я мог перепрыгнуть, у меня машина, короче, под конце на рампе этот подпрыгнула. Да, у меня вообще она в боком пошла почему-то. Господи, ну ты смотри, нормально так-то сделали кабриолетик с пулеметом. А пулемета нет, окей. Кабриолетик с пулеметом, ну-ка я уже разгоняюсь дальше. Так, теперь большой, да? Да. Так, блин, я так медленно еду, господи, я не увижу твой прыжок, наверное, на камеру подачи. Я, наверное, не успею прыгнуть даже. Воу! Это что было? Ты, короче, как будто остановился, а потом как будто читы включил. Ты посмотри, я тут 50 зданий таких бы пролетел. Да, кстати, я одно перелетел, во второе врезался. Смотри, я живой, ёпсель. Я на колесах даже, смотри. Я тоже живой. Охренеть. Я даже пулемет сохранил. Да ладно, смотри, какая четкая тема, господи. Ну колесики, кстати, вот эти хорошие, да? То есть подвесочка, все дела, все тащит. Блин, ну правда. Ты видел, как я высоко взлетел? Давай еще разочек прыгнем, а? Давай, ну ты вообще хорошо прыгнул. А у меня скорость, короче, сбавляется на рампе. Ну хотя бы одну перепрыгнул, да, ну высотку, и это хорошо. Давай, погнали. Ну да. Ну-ка давай сзади меня, давай за мной прям. Давай, че, по красоте сразу два прыжка парных. Давай, я разгоняюсь. Главное, короче, удержать эту машину бы. Давай. Ну ты вообще на рампу наехал и так быстро херак, и, короче, улетел. Да, прям. Во-во-во-во. Смотри, как красиво, нифига ты и меня перелетел. Нормальная сальтуха, слушай. Ты еще там не упал, что ли? Да, назад встал еще. Вообще нормально, вообще хорошо летает, слушай, джипик. Вообще хорошо. Блин, ребятки, если вам нравится, обязательно ставьте пальцы вверх. Ну а мы, в общем-то, пошли за следующими тачками. Да, погнали. Друзья, в общем, продолжается наш эксперимент. Юрыч решил уже перейти на вот такие вот высокие колеса, подвесочка, все дела здесь. А я перешел на Бугатти, ёпси. Ну да, сейчас, короче, может, она просто проскользит и улетит, но это не точно. Давай, ты готов? Да. Кстати, погнали. У меня цвет как у этой, как ее называют? У рампы, ёпси. Господи, ты у меня там подпрыгнул. Да нормально, смотри, 200 км в час. Охренеть, пошел. Ты как меня обогнал. Пошел, 200 км в час. Господи, ты рампу подкинул, и я не проехал по ней, господи. Я просто в нее врезался. Слушай, ну тут скорость решает. Да, тут скорость вообще решает. И посмотри, как я улетел нахер до дороги прям. Ну ты меня подставил только что вообще эпично. Я прям в рампу врезался, как она подпрыгнула подстава, от тебя. Подстава, брат, это была подстава. Да. Блин, ну джипик 148 выжимает максимально. И... Что? Ой-ой-ой, улетел как! И только один небоскреб тоже, смотри. Да. То есть тупо в скорость все упирается. Господи, как он упал жопой. Господи, вот это я понимаю. А если разогнаться еще дальше, можно вообще улететь во свояси. Давай с маленькой и со всей дури в здание. Ты, мне кажется, не перелетишь его, а в него и врежешься как раз. Давай попробуем, кстати. Так, я первый поеду, ты опять мне подставку, там подножку сделаешь эту. Неприятно. Я тут немножко забуксовал. Так, давай, я разгоняюсь. Вот этому джипику не хватает еще двух передач. Вот это инфосотка. Бам! Я на крышу врезался. Господи, нет! Ёпсель, я вообще перевернулся нахер. Я даже с альтухой первое здание перелечу. Ну нет, ты бы в него врезался. Не, подожди. Господи, у меня трехколесный джипик уехал без меня там. Я прям на крышу первого здания приземлился, прикинь. Да ладно. Это прям эпичненько было. Я подожду. Так, ладно, я, короче, не буду жать на этот. Оу, на дыбах! Ты видел, что он делает? Вижу. Офигеть! Вот тебе Бугатти. Это драг-рейсинг Бугатти, мать его. Слушай, надо тачку для драга попробовать реально. Да, ты видел на дыбах, просто по красоте. Ты запечатлил это вообще? Да, я прям спереди стоял, ты там манцуешь, горцуешь. Вот это жесткая Бугатти, слушай. Да, ребята, если понравилось, то обязательно ставьте лайкос. Ну а сейчас давайте просто тупо возьмем самые быстрые машины, какие найдем. Погнали. Ну что ж, ребята, я решил сразу пойти ва-банк. Мы все прекрасно помним этот драг Ауди, который умеет летать в воздухе, и ей можно реально управлять. Так что, если получится заехать на рампу, то, возможно, мы и улетим. Давай. Давай посмотрим, на что он способен. А я вообще на Порше таком симпатичном.
Так, ну скорость у меня 500 км, господи, я улетел! Нихера себе 500 км, а ты отполетел вверх, куда-то как ракета. Воу, а я с альтухой два здания перелетаю. Вижу. Я с высоты птичьего полета все это видел. Охренеть, а ты где вообще? И вот я прилетел. А, вон он прилетел. Я выше был все это время. Господи. Слушай, ну ты с альтухой, я прям видел, как ты с альтухой летишь. Да, нормально, слушай. Паршит тоже справился с этой задачей на изи вообще. Да. Короче, ребята, колеса здесь не столь важны на этой рампе, потому что рампа более-менее сделана хорошо. Конечно, скорость решает. Кстати, я сейчас с этого, с маленького трамплина прыгал. Господи! Я бочкой закрутился и не смог прыгнуть. Я с маленького трамплина, кстати, вот эта сальтуха перепрыгнул. Вот сейчас я прыгать буду с маленького. А сейчас с высокого прыгаю. Ну, господи, погнали, я полетел, братан. Я взлетел и улетел, господи, хорошо летишь. Да, перелетаю, господи. Ты видишь, куда моя Ауди уехала? Ну, туда вдаль посмотри. На, я взорвался. Да, вижу. Она улетела куда, слушай. Я, короче, просто ехал на трамплин, она меня взяла от земли, оторвалась и улетела, понял? Ты меня вообще пропал, короче. Да я этот. Да господи, она взлетает. Она даже заезжать не хочет. Мне надо ближе, значит, я понял. Да, пробуй ближе. Погнали. Блин, мне нравится сальтухой на этом парше выдавать тоже. Господи, бочкой, колеса оторвало. А я на асфальте перевернулся. Я вижу. Ну это нормально. Да, это неплохо. Блин, ну прикольная серия, короче, ребята, перепрыгиваем небоскребы, даже дырки сделали, там чё бы нет. Да, если так вам понравилось, то обязательно пишите в комментариях, мы будем повторять такие вот эксперименты почаще. Господи! Я умер. Я, короче, не заехав на трамплин, у меня колеса оторвались, я просто с альтуха перелетел и рампу, и два небоскреба. Да, нормально. Тупо на скорости. Ладно, ребятки, пишите в комментариях, какая машина вам понравилась больше всего. И, собственно, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Да, ребятки, всем пока-пока. До скорых встреч.